Чё, курить хотите? Пописить хочу. Кто еще хочет? Три плюса и делаем перекур. Слушайте, пацаны, быстрей. Еще. Есть люди, конечно, которые бутылки с собой в рейд берут. Не, пацаны, ну это вообще не серьезно. Это ты его. Ладно, иди давай, быстрее, блядь. Не, такой фигней не занимаюсь. Не знаю, я вообще слышал, как-то с ребятами общался. Ребята, которые делают эту ачивку, которые первые на сервере, говорят вообще, что чуть ли не ведра под собой ставят, там стулья типа такие с дырками, чтобы ну, вообще да, не отрываются да, от игр. Такое. И вообще, ну реально я слышу такие истории о том, что вот да, ребята вообще сутками не стоят за компа. Даже... Не, мы не киберспортсмены такие. Если хотите быть киберспортсменами, пожалуйста, идите там. Не, ну это жестко, по-моему, просто. Можете сразу уходить отсюда, здесь такого не будет. Ну, надо пописать, значит, идите. Я что теперь? Я же не изверг какой-то воспитатель. Идите. Сейчас я добегу до босса. Короче, сейчас уже в коридоре. Напишу ДБМ брейк 5. А, Вой, слышишь? Я что-то в объявлении не нашел. Ты накидывал мне косарь? Либо я еблан. Не знаю. Либо ты не накинул. Нет, вроде. А у тебя было деньги там? Я вроде тебе кидал 2 косаря. Когда? Да, на прошлом КД еще. Ну, вот перед сбросом. Ну, на прошлом КД, наверное, за прошлое и накинулось. Ну, у меня не я было. Я там 2 раза. Ну, похуй, ладно, я там, по-моему, 2 раза накинул. Не знаю. Не важно. Ты у босса сейчас? Я просто могу сейчас дать. Не надо. Ну, почту присылай. Я сам это делаю. Хочу. Ну, давай. Не, я занят. Не надо вот это время. За спор на бабки. Пора никакого нет, договоренности просто. А вы чё, куда пошли? Кого уже делите? Мы без 3 не делим. Ну, 25 хм дальше. Всё, собрались уже? Да. Ну ты вовремя прям зашёл, я смотрю, прям если 8 ты, часов. Если ты хил, могу уступить. Нет, я не хил. Хуёво тебе. Да нет, не заебись. Где там Буребай? Че, Люх, ты все? Ну давай поменяем приста на ДК. Жерома, а сколько ГП сектанта у нас стоит? Не помню? Так хер знает, кстати. Мало. Он какие-то копейки стоил. Полтинник, по-моему, да? Да, где-то так. Какой ДК? Заходи. Дота Соджер. Я тут. Доту, которую вы искали. Слышишь, я, кстати, хотел спросить, это с этого, с Джон Картера, что ли, или откуда это? Да. Я, блядь, голову ломаю. Где думаю, шальная это? Стоял? А чё, куда он летал? В рамбе. Будешь грубить. Мы на работу скоро. Вы мне патит киньте там, суманите. Ну ты плюс они. Лети сам. Все, кину. Ты вообще мне в личку черкани. Я тебя в гильду-то возьму. Мы же уже перехли почти все. Так, я сейчас в поиск спутников плюсану. Я из гильдии вышел, а тебя в друзья не добавил. Молодец. Сейчас так. А у вас локов нету, да? Сейчас я прилечу. Да, шальная тетя тоже приятно. Шальная тетя, блядь, ну и ник. Прилетишь, да? По-скорому в Долоран, там куда-нибудь, да? Ну и в ЦЛК там. Есть камень? Чё, я уже сейчас еду, лечу. Пораньше не смог, блин, у меня тут друг заезжал с Москвы. Пока туда-сюда что-то. Рома, а ты завтра в БСК будешь? Завтра в РСке? Не, я не тебя спрашиваю. Да, буду. Чёрт. А
А кто же вас хилить-то будет? Войд, пускай тоже волонир использует. Не, если он будет хилить, я бы совой побил. Да что, давай, что зря деду волонир собирали? Как будто меня тут нету, да, пиздите. Ну тогда. Ну по-доброму, Войд. Ну да, мы что, чё? Не, Реску за здрасте. Я вот за БС-ку переживаю там. А чё БС-ка, блядь? С такими лагами. Да, я там... ты открой, посмотри, как я на плесте хилил. Два я кадра видел, в секунду я просто. Я видел. Я там, не переживай, Войд, я точно так же хилю. Я там, если вот, вот так звездочку надо забежать ровно, а она висит картинкой, я нажимаю, ну, типа, чуть по чуть-чуть нажимаю, он не двигается. Вот сейчас я по чуть-чуть нажимаю, видишь, сова двигается. А я нажимал, он у меня стоит. Нажму много, он вот так пробежит, блядь. Ну ебаный, блядь, что делать? Тяжело. Так вот кто нахуй на резонансе рейд вайпал, понятно, блядь. Вот мы тебя и нашли. Слышишь, а что это? Плечи и руки из Т5, получается, на Варель проще всего взять, да? Да? Да, на всех. Просто думал, для данного рейда, да, пока что. Если какие-то будут, ну, если прогресс будет. То если 2Т5 зарядить в кого-то, в того же Груда, например, он больше двадцатки начнет давать. В смысле, а это, Ром, какая это уже будет сектанта? Выигрыш большой для рейда. Не понял. Вообще нужен ДЗшник какой-нибудь. Потому что Мордаун — это тело, которое 3-3 играет. То есть на какой-то важный рейд его не будет. А ДЦ 2Т5 — это очень хорошо. А где ваш холик и ДЦ? Я что-то вообще не вкуливал. Ну, забили, то ли работа, то ли еще. Не знаю, ну неизвестно пока. Вы на чуме стоите? Понимаешь, я с людьми второй день я не в курсе вообще событий. Я могу уже сделать ДЦшника, если надо. Так, ты сиди на своем друиде, блин, с ДЦшниками, у тебя, блин, твинов там хоть жопы, ты хоть что, ну, вот Бурюбай становишься тоже, да? Почему как Бурюбай? Это Бурюбай. Я есть Бурюбай. Есть Бурюбай, у меня тут твинов. Это Дота, ты там бежишь в инсте, нет? Да, я уже вот поднялся по лестнице. Те собаки. Ставлю рыбу. Дело в том, что даже если ста оденешь, как бы ты его не оденешь, что-то. Подходи, хавай рыбу. Он будет бесполезным гелем. Его надо одеть там хотя бы. Ну, пару КД похожу, одену. Ну не все так просто, понимаешь. Там нельзя взять половину шмотки, одеть на них красные камни и, блядь, получать, типа, делать ДЦ. Ну, делать и будешь абсурд. Там. Так а не буду 4Т4 ДЦ норм, нет? Да, ну, Макс, я говорю, тут как бы обычек. Не все так просто. Да, для обычек тоже. То есть надо очень. Все, хавай рыбу, 10 секунд и будем пулять, да, тебе приготовились. Какие нажимаем, да? Все, пиздеж. Хватит. Это да самое. А можно пристабов? Даже нужно, я бы сказал. Это самое. Повнимательнее служим там Мерлиса, жуки. Жуки, не выходи за большой вот этот круг, который я говорил. Потому что тебе хилы не достанут, ты умрешь. Вроде все готовы были. Или кто-то нет нажимал. Тетя стоял близко. Только я жмал, нет. Есть право, лево еще. Не обязательно назад. Еще таймер блевоты показывает губительного газа в ДБМ, никому не понятно. Дает что-то. Что-то новенькое есть в тактике или как обычно? Ты бей босса под боссом, стой и бей босса. Побольше внимания на свою выживаемость, и босс упадет сразу. Не беспокойтесь о том, чтобы не сдохли. Убегайте, служи вовремя. Если кто увидит, что там кто-то с голосом увидит, что человек слизня не отворачивает, скажите ему. Потому что я не весь экран вижу. Не весь рейд. Я джагаю не саму. Дубовую оставляйте на момент, когда на вас маленький, плюс лужа под вами и еще кинулись блевота. Когда кинулась блевота, вы не сразу теряете контроль над персонажем. Есть секунду, чтобы прожать дубовую. Поэтому экономьте дубовую именно на этот момент.
чтобы был шанс хилам вас спасти. Рависта похильте, не руните конец. Вставалку. Угу. Дал лапку. Дай пристабав. И каску по шаманам. Шустренько резвую, пока не вставай. Подожди, блевота пройдет. Шустренько вставай. Долго что-то. Отбегай теперь отсюда. Отбегай, служи, отбегай. Лапку дал тебе. Понятно. Димикс. Жуки, вставай. Димикс, резай шустренько. Мордаунт на рейнш выйди. Шустренькую забафайте. Приготовились. По команде отбегаем в квадрат. Отбежали в квадрат. Босса перевели. Давайте не зыбку. Вот сколько гим на хп. Срочно. Возвращаемся в крест. Босса в крест верни. Полностью ровно поставь. Ревист резай вот скуку. Жуки, у тебя сталки нету. Урлокос. Резай жуки. Господи, да что ж такое-то? Ладно, сопроту надо пить. Ты резнул жуки, да, Мурлокос? И что, я ноль эмоций, не встает что ли, ничего? Вообще жесть какая-то. Почему ты так долго лежал? Ладно, Мордаун, Мурлокос на рейнже играем. А Мордаун сдох. Поздравляю. Да, все, я там сожрал. Молодец. Выберите слизни от Лирайлы, пожалуйста. Это очень-очень тяжко. Сопрот надо пить. Тебе не прохиливают. Сейчас я посмотрю ХПС. Так, что там? Можно один раз Лирайлу, пожалуйста? Не, уже ничего не надо, падайте. Уже не надо ничего. Так, эффективное исцеление. Димикс. Просто на Жене покрытельство. Уважаемый Димикс. Че у тебя покрытельство? Поменьше его кастуй. Побольше омоложения по 8 целям, которые на рейнже. В принципе, да, можно покрытельство кастовать. Вот. А, у тебя 4 кусков нету. Совсем печально. Да, вот сдох. Шустренько, мне интересно, что там дамаг получаешь, от чего. Так. Полученный урон. Шустренько. Чуть побольше, чем у меня. Поток слизи. Брызги. Малый слизнёк прописан на морде. Ой. Сопроты свои есть у вас? Все, кто на РНЖ, 8 человек. Без Кнайт нет. Подходи, дам. Давайте сопрот пейте. Вон там прожектор может дать. И Марик, по-моему, да? Сейчас, Андрюх, у меня с этими клавишами. Сейчас дам всем сяк. Ставлю рыбу. Берите сопрот пейте. Это касается всех РДДшников. Остальным, в принципе, не надо. Бля, Ром, раздели, пожалуйста, мне с этим дискордом, на. Потом отдашь. Хант обязательно сопрот. Какие профи у тебя? Кожевка есть в профи? Дай потом без Кнайту. Кожевка, я смотрю, есть. Хант.
Кожевка, да, конечно, есть, да. Чарки на сопротивление есть? Нет, не делал, даже не в курсах был про них. Шаманы, кто тут тотем... А, вы... там очищение же вместо тотема природы идет, да? Да-да-да. Угу. Ну тогда тебе надо с аурой поиграть на природу. С листочком зеленым. Ой, я это в Астрай ухожу. Угу. Ты мне про ауру говоришь? Да, да. А, ты знаешь, я тебя обманул. Тотем природы идет вместо тотема скоростью. А, ну все тогда. А что у нас со скоростью? Я не могу ауру включить. Да забей, забей уже. Да похуй, там... Что у нас от природы? Там элемы немного потеряют, если они на турзис поставят. Потеряют, но немного. Не, это скорость чья, ну, РДДшная. И почему вы их перекинули? Я поставил их в разные пати, чтобы не диспелили. Две группы, а не одну. Тотем очищения и тотем этой. Кто-то один поставьте, как он называется. Над сил природы. В центре, когда будете. Вот, плюс сопроты. Так, ну давай я тоже выпью. Так. Вот дай мне сопрот. Все выпили сопрот. Тебе не надо сопрот. Ты не на рендже стоишь. Ты под боссом стоишь. Я не... Ты что, прикалываешься? Ты стоишь ты... под боссом. Ты не РДД. Ты стоишь под боссом и хилишь тех, кто стоит на РНЖ. Что непонятно? Ладно, ты меня сам, блин, первый трай впихнул в этот самый. Вот, хорошо. Никто не впихивал тебя. Ты что, с ума сошел? Ты по... Хилы все под боссом стоят всегда. Выходит первый мордаун, ты мурлокос, только если умирают люди. Теперь поменьше дамага будем получать, у хилов будет больше шансов на захилить. Тем более сейчас один хил на рейнже стоял, видать из-за этого люди и падали. Все хилы должны быть в центре, чтобы доставать весь рейд. Я не всегда вставал просто. Все танк готовы. Вставал, опять, танка похуй. Танк это не то тело, которое умирает за одну секунду. Приоритет, который их РДД захилит. Ну вы чё, блять? Нормально. Минус два. Да, и сразу падаем. Что вы делаете? Сбегитесь все под босса, заблюете сразу. Под босса сбегитесь все. Быстрее под босса сбегитесь, сейчас через пару секунд будет блевота. Вот гайд, как умирать быстро на этом боссе. А что вы делаете? У вас что, руки дрожат? Что? Зачем вы это делаете? Тело не надо покидать. Тело не надо покидать. Тело не надо покидать. Масс резко до 6 минут. У всех что ли? Ну, не знаю, да. Может не у всех. Кириза это случайно или не специально? Надоело сидеть в этом рейде, да? Беспонтовом, никчемном, который ничего не может принести. Скажи, пожалуйста. Ставлю рыбу. Нет, не на него полетело. На вот Казика вроде полетело. Ну кто это сделал? Ты убила двух людей, вас пил, как кто-то напулил на вас, или вы щелкнули по боссу, и он по вам щелкнул. Как это получилось? Случайно, наверное, да? Давай-ка сядем, да? Ну, в прикол, наверное, бегать. Давайте быстрее добегайте. А чё, рест не будете бежать всем? У вас резко Д 5 минут. Ну, я имею в виду другие. Ну, обычно. Да, ну я ману отпил рису. Груд ты меня решил заморозить. Серега, привыкай бегать. Хватит халявничать лежать. Кто всех положил, пусть резает. Да, я говорю, такую ценники, да? Хотя уже все отбафнулись. Я стою, у него фласку прошу, на редстали побежали. Это локальный мем. Так-то.
Мне кажется, скоро реально будет такая тема, что после этого основного РТ сибирского пойдет ночной рейд, и Слава такой, если все станем убежали, Слава, Слава, уже экзекутку у босса. Так, скажите мне, пожалуйста, скоро мы через полчаса закончим? Может быть, даже и раньше, если ключевые люди уйдут и замены не будет. Завтра. Да, кто? Завтра. Кто приходит, а кто нет? Дайте информацию, пожалуйста. Биск Найт, я прихожу. Так, ну, триады, это все понятно. Не интересуется людьми и падшего легиона. Слушай, Слав, я могу тоже прийти. Ну, так, только я часов до двух, я посижу до двух с половиной. И завтра на БСке будешь, Настя? Я буду завтра, да, целый день, я на выходной. Ну, там, кто ты мне нахуй? Только я ДРТ сгоняю там по делам и пойду. Ну, все нахуй, да, да. Проверка, я походу улетел. Да, пойду. Престол. Ну, антидебафайте быстрее. Пристабафа нет. Пардон, не доигрываешь. Жуки. Марок, вот тут. Я ждал баф. Так, все готовы. Давайте еще 5 секунд жду. Там отъезд мана. Все, по местам вставайте. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Maybe Carol? Да, я. Ну там КД на меня. Давайте, для тех, кто падает. Мерлиса, я же тебе объяснял, ты видишь, как я двигаюсь? Да, я видел. Ну, докатячу. Делай так же. Если я на ближнем круге стою, то на дальнем. Хочешь, поменяемся, если тяжело? Я просто это... Просто право-лево, не надо крючки делать никакие по пути. Самый короткий путь, вот с пункта в пункт Б, это прямая линия. И напирай на ДПС. Прибежал и делаешь дело свое. БР Рависта. Надо говорить ник. Мурлокос БР Рависта. Ну, это бесполезная хуйня. Три друида дадут БР, будешь веселиться потом. Потом вставайте, что ли. Каску, лапу, пристабав обновляем. Блять. Вставалка есть, жук? Им на ХБ сдал. По-моему, нету. Шустренько иди, жук, ареси. Каску лапу пристабав еще раз. Жуку. Вы, когда в ком, вот я не знаю, я вам вроде объяснял, но я вам не говорил. Приготовились по команде, в квадрат переводим. Перебегаем в квадрат. При в квадрат, быстрее, быстрее. Сейв. Гимн ХП, ШП. Я сакру сдал. Все. Возвращай обратно, босс. Возвращай в крест, босса. Обратно все вернулись. Возвращай. Если будет блевать, не дойдя до креста, за спину сбежите.
Все, молодцы. Поздравляю вас. Вы выжили на взрыве слизня. Лужа под боссом, лужа под боссом, лужа под боссом. Это свершилось. Еще так раз сделаем и убьем босса. Может быть, два взрыва еще будет. Так. Я Гимна Ванну сдал, короче. Это охуенно. Чё, не парьтесь, босс упадет легко, просто на выживаемость играйте. Миралису хильте, ассистите. Ханта, ханта, ханта. Частицу на нем кто-то забыл обновить? Частичку, пожалуйста, на него и хилим. Ты мне сказал, я про твара держу. Вот он. Шустренькая, шустренькая. Тебя хили, если что. Жук опять умер. Блять, мне интересно, как ты умираешь. Значит, травист жука ресы. Ничего смешного. Это не очень хорошо. Сколько там на слизи? Большого с маленькими не сводим, пожалуйста, братан. Блять, ну. Объяснял же, блять. Выбежали с центра, выбежали с тех мест, где вы находитесь, выбежали быстрее. Все гимны на хп быстро даем. Франквилл, это... Спокойствие, друиды, спокойствие, всю хуйню. Все, вернулись обратно, босса обратно вернули, амития диспелем, себя захиль. Диспелем, да. Все. Братан, блядь, на ДКшнике, я тебя просил, большого с большими только своешь. Маленького отверни, я тебя сейчас выберу в цель, скажу ник твой. Шустренько, отверни его от рейда, отверни, отверни, назад и вот. Все, ладно, блюешь, блю и хорошо. Пойдет. Маленький слизень, лицом его от рейда отворачиваю, чтобы он блевал туда, а не в рейд. Все, 6 лямов осталось. Слизень взрывы накопить не успеет. Все будет нормально. Так, сдох милик, это похуй нам. Молодцы. Ничего сложного. Диман, дай бог провиста. Ничего сложного, этот босс очень простой. Сорян, брат, я не помню, на какую кнопку у меня в воду стоит боб. Я половину биндов не помню. Да, говнолуд, блядь. Так. Ебать, лут охуенный. Так, уважаемый Димикс. А прокину Димикса на травму, как думаете? Да. Его уже прокидывали у нас на травму. Да, у нас уже вторая травма. Вторая мимо. Дай ему травму, блядь. Дай человеку травму, вдруг он останется в гильдии навсегда. Последний ливнет из нее, да? Когда все уйдут, бля, вот эти вот эти запы, нахуй, я бы туда-сюда бы того самого бы, блядь. Того самого, сейчас подумаем, блядь. На твое поведение посмотрим, блядь. Не, ну объект это сильно. Да объект дерьмо ебаное, триня говно. Все, 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 тихо. Так, сейчас что у нас по времени? У нас 25 минут еще. Так. Не, я все, травму друиду закинул. Ну, сейчас посмотрим, есть то нет. Этот самый объект кто будет ролить? Кто там? На кого он идет, на ШПшника нет? Кроме скуки никто не надо, никому. Ну такое, ШП маги, блять, и то оно не кажется. Груд точно будешь ШПшником? Вы с одной гильдии, нет? С одной, а не гильдии. На, короче, этот, маг, на тебе. Ты это, на ролл кинь, или там договоритесь с пристом как-то. Просто что, запад, не запад хочу, нужны не хочу, кому-то? Не хочу сидеть дрочить, с босса смотреть. Запы, шаманы. Что? Кто там самый это? Вот еще хулипалы тоже могут эти запы. Хулипалы ноги сосут. Схуяли. Схуяли. Это как еще могу все сказать тихо. Так, что пешнику нужен. Что-нибудь другое оденешь, это на шамана пойдет. Миралиса, тебе надо это? Ну, Элема это не носит, носит запы с ТТГ. Если Элема это возьмет, ну только на Эршама. Да, только Эршам. Ну, у тебя есть? Это Эршам. А вы что, того убили, что ли, уже? Да. Бля, кольцо не падало, сила гнили. Ну вот я думаю, тебе я закинуть было, на Эршам. Было. Тихо, это самое. Тебе закинуть на Эршам или... Ну, в принципе, жук он такой, он, блядь, падает нахуя. На тебе, короче, и сам решай. Так, Казик. Все, я ушел, давайте, всем пока. Че, реально кольцо сила гнили было? Падало, да, падало, только да. Его не удаляй. Там, если все, я больше на РТ не приду, кольцо без меня забрали. Не, не падало. А приходить надо. Они наебали, не падало, не падало. Оно только упадет, когда ты зайдешь в игру. Доктор Соджил, Соджит
плачет. Не падал, не верим. Они, ну, они жесткие люди, они бессердечные. Куда вы там на проф пошли? Пошли на Келесита. Нечто ловить. Че, есть тело какое-то? Нет у кого-то? Пошукайте там. Какое-нибудь тело. Ну, я типа могу спекнуть вон Мирлису, например. А, это, конечно. А, нет, я литр пива спекну, отставить. Литр пива. Я бы еще с этой взял поясочек. С Валюхи. А мы ее тоже захилили. Вы серьезно? Вы не хотите тройнуть совет или что? Давай. Почему? Хотим, погнали. Давайте не разваливайтесь. Давайте. Не-не, я до конца буду. Я могу здесь часа 2-3 сидеть. Все у меня дело. Ну ты можешь, некоторые не могут. 280 тысяч. Мы сейчас 20 минут и все. Серег, не забывай, ты пришел здесь, ребят, как бы разница во времени большая, поэтому учитывай. Я подумаю насчет дополнительного часа четвертого, но опять же, кто-то сможет, кто-то нет, неизвестно. Этот, Амития, Зайка, как тебя зовут? Амития так и зовут или Рената? У тебя есть вот это, вытащи на паладине изгнание зла, вот эту скилл, и используй. Вот на кого тебе, кто не нравится из этих мобов, вот, например, на вот этого, да, Куся. Хоп, и закинь, чтобы он, ну, меньше танка дамага получал. Вот видишь, сколько он сейчас обрыгается, его сейчас уронят. Вот. Или вот эти кастеры, да, допустим, скидай, прям не стесняйся, будет очень хорошая помощь. Ну, то же самое хулипалы могут сделать. А можно в саппорт сменить, или саппорт нужен будет сейчас? Оставь саппорт, оставьте саппорт. Я думаю, доты Соджиту срочно 2Т5 надо выбить, иначе, да, парни, вы дальше не, да, протянете. Да, в натуре. Доты Соджиту надо меньше до ребра возникать. Так. Точно. Тактика, бьем по одному, это, и не лезьте, это, лишние сюда не лезьте, пачки, чтобы где мы не сагрили. Может, маленько сюда заведут, чуть-чуть вовнутрь? Это, не заходите за ворота, главное. Аккуратненько бейте здесь. Так, давай, кто там у нас? Вот, да, он работает, да, молодец. Да, я знаю. Короче, смотрите, это танки. Пойдем в сторону вправо, сейчас еще фанатика одного приведут. Вправо, это где луна, в ту сторону пойдем. И идем по стеночке. Я, короче, командиру дам корни. Там еще фанатик. Да, вот тактик остался. Третьего убиваем. И после него пойдем в сторону луны. Все по стеночке, чтобы не сагреть вторую пачку. Не включайте там. Не, слушай, Димыкс, ты крутой перец стал. Вчера тебя одели, сегодня нет. Ну, я хотел себе забрать. Я за ней полгода хожу, за этой травмой. Все, вот сюда идем. Стой, 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 не пуливо. Я этому дал корня. Все, оставшуюся парашу агрим, все. Заходи туда, заходим. Только заходите именно сюда, вот, ну, и по стеночке сюда зайдите, чтобы тех мобов не сагрить. Потому что командира, конечно, в корне кинул, чтобы вас не откинул. Я его эти дал, оковы. Да, какие оковы, корни сбивают, там они урон наносят. Этот босс тоже простой, тут очень все просто. Вот, командира щелкните пока. Слав, у меня вопрос к тебе сразу. О, смотри, я в последнее время не сидел на кинетике из ДПС. Сейчас посидишь, босса. Не рассказывай. Понятно. Даже. Нет, нет, все, я что-то после уточняю, значит, меня сразу. Я сейчас подумаю, кто посидит. Сейчас посмотрим по ДПС, самый низкий. Самый низкий должен сидеть. Ну, хант. От командира немножко отведи, чтобы он там в корнях спокойно постоял. Нормально. Все, все, нормально. А че еще упало с этого? С того босса? Кольцо, а че еще? Все, вот все, что тебе надо, все упало. И роговские. Можешь штаны рогов. Жалобу написать на Сирус. Ну, они, конечно, не рассмотрят. Да, ну, я лайк вам сейчас поставлю. Сейчас только вас пофиксит, и все, и будет до ваших ДПС 25 тысяч. Меня врожденный урон у ДК. Бьешь, не бьешь, за 20-ку всегда. Ну, это будет до ваших минус 20 тысяч.
Боушерем, боссом, хп я на точку остановлюсь. Ты его не слушай, он там этот кумыса выпил. Возьми меня, кумыса. Так, такая же фигня. Кумыса хлебанул, да? Нет, я после работы сегодня маленько. Я тоже после работы. Завтра я 5 часов отработал, типа там, попросил меня с меча подвинуться. Я такой, ну ладно. Ой. Так нравится. О, бой. Все, поехали, фантазии. Так, значит, рассказываю. Центральная метка. Это контроль кинетики, зона контроля кинетики. Кружок, ромбик, соответственно. Так, Марик, Димикс, поделитесь своим опытом танкования этого босса. А хотя... Нет. Давай, спекайся, Дота. Блять, кольцо мне зажали, не буду. Давай, давай, три танка будет надежнее. Кто с вас ДКшников двоих танчил Келесит? Я танчил. Ты танчил? В обычке. Как танчишь? Ну как, он туда его с лестницы спускал. Вот между этими флаконами двумя, которые горят свечки. И таскал туда эти. Так, смотри, сейчас будешь делать, как я тебе звездой покажу. Вот Келесит, вот ты дал в него ЛПшки, вот сюда бежишь. За вот этот шип. Мне рассказывали тактику, понял. Вот так за шип забежал. Ждешь его, он придет сюда, вместо тебя встает, ты вот так отходишь, агру набираешь, все. То есть это для чего делается, чтобы сферки рядом с ним прям появлялись, тебе удобнее будет. Ну я слышал про эту тактику, я понял, что вот, делать. Ну, в принципе, там еще штука есть. В принципе, это. Люди, кто дамажит без АУЕ, можете бить Келесита. Вот. У кого АУЕ, там всякие вихри, лучше не подходите туда. Вот. Ну вы только дайте мне его довести. Если какой-то есть там, ну, маленькая 6 метров АУЕ от РДДшников, ты сверки вот так вот отойдешь на 15 метров от босса. Ну и будешь смотреть новый там грипп. Короче, знаешь. Вот, значит, понял. На Валанаре будет Дед Мороз. Марук, соответственно, ты будешь над Алдарами. Вместе их держать не надо. Вот, теперь по кинетики. Жуки. Надеюсь, ты в Энха обратно не спекнулся. Давай спекайся обратно в Лема. Энх, ты бесполезный. Во-первых, мало даешь. Во-вторых, ты будешь на кинетике сидеть. Твоя зона ответственности будет кружок. Дальше. Кто у нас там самый лох? Давай, значит, Грут. Грут. Твоя зона ответственности будет ромбик. Кто у нас самый лох? Давай, Грут. Так, теперь дальше. Дальше что-то не видать. Ну, короче, я буду звездочки тогда. Все. Это кинетики, кинетики. Объясняю. Если в кружке падают две кинетики, то звезда, то есть я помогаю жуку с ними. Если в ромбике падают две кинетики, то я тоже помогаю ему там. Вот, если три кинетики падают в ромбике, то, соответственно, и звезда, и жук подбегаем, бьем. Что на этом боссе особенность от обычки? Нельзя много двигаться. Каждый раз, каждую секунду, когда вы бежите, на вас увеличиваются стаки. Когда вы останавливаетесь, вас не дамажат. Стаки эти висят в дебафах, их нужно ждать, чтобы они скинулись. Вот. На Валанаре есть могущественный выхарь, как и в обычке. Это просто надо набрать рейндж 12 метров. Физический урон. На каждый вихрь будет сдаваться сакра. Вот. На первый вихрь киризает, на второй литр пива. На Валанаре конкретно. Вот их. И, ну, конечно, бывает один, но бывает, когда он открывается, и два дает один, и в конце перед закрытием второй. Ну, над Алдарами там шарик летит. Когда шарик летит, на вас просто немножко пробегите, чтобы он несколько людей задел. Чем больше по людям разбегает, пламя разносит, он меньше урон наносит конечной цели. Ну и Келесит, соответственно, когда бьете его, не используйте его, не звездопад, ничего, ни сушение никакое. Потому что если с танка в сферу тебе умрут, танка шотнет, там по 100 тысяч копье летит. Если ты увидишь вдруг каким-то образом волшебным, тебя или откинуло, или убили сферки твои, даешь прожимку. Ну и пытаемся что-то сделать. Возможно, понял. Возможно. Так, надо рыбу кому-то, нет? Короче, вот рыбу, если кому-то надо. Самое основное, это здесь двигаться только тогда, когда надо. Тем проверка.
Только раньше ДБМ было, не пыльте, пожалуйста. Да. И бить надо только цель, у которой ХП есть. Дед Мороз. Ну, Грут, привет. Дед Мороз, готовься. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, ты стаунти босса и набирай игру ЛБшкой в нем. Уважаемый Дото. Ты стойку не сменил или что? Рейндж набираем. 3 разбойника. Слушай, я его бью. Они, я не знаю, переагривают. Столько ЛПшек перекидал, я вообще не могу забрать его. Ты... У тебя таунт есть вообще на панели? Ты можешь вот так сделать? Видишь, как я делаю? Можешь вот так сделать? Я в сове его, блядь, привел сюда. Ты можешь это сделать? Нет? Быстрее забери стаунти его с меня, он меня убьет сейчас. Что с тобой вообще? Ты, ну... Я, блядь, стаунтов знаешь сколько покидал? А, не бегайте, ребят, пожалуйста, но освешивается дебаф, мы же говорили уже. Не стоило и отвлекаться на тебя. Что-то я злиться начинаю. Ты типа дамажить хочешь, ты так показываешь, что ты дамажить хочешь, вежливо, да? Ты не можешь... мне говоришь? Ну да, тебе. Я что тебе это... говорю, я таунт кинул, он переагрелся на них, потом он уходит в КД. Расскажи, что ты делал с пулом. Падаем. С пула кинул таунты, 2 ЛПшки и побежал назад. Потом ЛПшки уже тебе, не встают. Сейчас я тебе расскажу, как надо делать. Подбегаешь на пуле к боссу, даешь 2 ЛПшки, потом нажимаешь кровоотвод, 3 ЛПшку, потом нажимаешь усиление рунического оружия и еще 3 ЛПшки. И только потом отбегаешь в это место, куда ты, куда я подвел босса. А то, что ты 2 ЛПшки кинул, у тебя одна промахнулась, блядь, ты побежал веселый такой. И люди хилят, на хил сагривается, килесит, спокойно бьет хилов. Это что? Это ты Воман? У тебя Воман есть вообще? Есть. И ты в него смотришь? Ну просто интересно. Так, ну поставим. Так вот, да, ну вот я и смотрю. Вот тебе и просто так вайпнул рейд. Ну слушай, твой медведь, то есть попал сразу одним этим и привел. А у меня что, блядь, 3 ЛПшки промазали? Слушай, ну давай я посмотрю в рекаунте. Ну посмотри. Так. Ледяное прикосновение. 9 попаданий. Ну. Таунта тут не видно. Таунты были по КД. Слушай, ну не знаю. Мы, у кого есть рекаунт? Может, у меня какая-то старая версия. Посмотрите, кидал он или в детейлсе. Кидал дота вот этот таунт и в Хелесе-то. Может, ты не ту цель выбрал. Ледяное прикосновение. Суммарно 20 штук. 35 тысяч урона. А, темная власть, это таунт? Да, да. Ну да, он 5 раз кинул. И что там, промахи или что ли, иммун, я не знаю. Нет, попадание. Все, попадание. Короче, как я тебе объяснил, вот это делаешь. Это 2 ЛПшки. Блин, я так и сделал. Ты сделал 2 ЛПшки и побежал. Я тебе говорю еще раз. Ты делаешь 2 ЛПшки, кровоотвод, 3 ЛПшка, усиление рунического оружия прожимаешь и 3 ЛПшки еще даешь. И только потом, блин, бежишь. Если вот у кого там есть, посмотрите. Усиление тоже прожато у меня. Тоже дал потом после него ЛПшки. Ну не знаю. Ну вообще без. Значит, либо АОЕ было какое-то у него. Смотри, нет, ты, у кого урон есть. Ты агро просто слабо набирал. Ну да, вот кровоотвод, а усиление как? Руническая стойкость или что-то? Не знаю, сейчас я с пула постою, посмотрю, что ты будешь делать. Он там вара 90 косарей по килисету. Ну и что? Он вообще в димикса кастовал. У Скуки, у Ханта и тоже, блядь, там дохуища. У еще одного там дохуища. И, кстати, да, там... Бесткнайт... Да давай, да, давай я отведу, типа. Так если они бить будут, ты не отведешь. Ты уверен? Так, за Хантам, сколько я бил уже когда-то, да, когда он уже был по центру. А ты просто начала дамажить хочешь, ты давай сделай, что он должен танк сделать. И все, я тебе объяснил уже, что сделать. Вот это не надо. Я, в принципе, могу спекнуться, но тут на этом боссе, извини меня, приоритет не РДД, чем твой милик. Давай, давай.
Ты просто говоришь, что я не сделал, хотя я это все сделал. Ну, я не знаю, ну, может, ты первый раз тут, может, ты, я не знаю, что-то не то сделал. Не получилось. Я не первый раз. Ладно. Надеюсь, это раз получится. Может, какой-то баг был, может, я не прав. Ну, я такого не видел никогда. Просто послакал. Побежал, подумал, босс зато он побежит, он уже сменил агро, таблицу. Вомен надо смотреть. Я тоже могу все это Дед Мороз сделать. Просто тут нужен РДД. Я могу и на ДК зайти, могу и Мишка это сделать. Кем угодно. Просто... Давай я постараюсь сейчас. И давай этот самый Best Knight на пульс пула килесь это на доту. Угу, хорошо. Оформишь такое приветствие. Будет вообще неплохо. Легче будет агро набирать. Пусть не на пуле, вот не надо сейчас. На пул он не, на ханта не, убежит половину. Не, надо. Ничто там не убежит. На пулу ханта отлится 3 секунды, не 4. Он напулит на тебя, и тебе проще будет. С тебя хил не сорвет. Димыкса келесит, смотрит. Он какой-то там буйный рост дал, и келесит выбрал его в агротаблице. Он угрозы сгенерировал, хилом много. Так, ставлю рыбу. Проверка. Вот скука. Все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Все, беги. Все, на пулю на тебя. Рейндж набираем. Этот, подведи сюда к лестнице ближе боссов, босса активного, да и того тоже, потому что хэпалы. Танки, подведите боссов двух поближе к звезде, вот сюда к ступенькам, спустите их со ступенек, потому что хэпалы должны хилить одного танка и попадать в комнату другого танка. Этот. Не бейте килесит это никто, а то я сейчас там могу сорву. Ты там с шарами не... Ты так танчишь, типа? Ты можешь ЛПшки в босса кидать? Подойди, вообще-то миликов нету и на боссе агро набирай. Танкование килесета это не в стоянии с шарами заключается. Уважаемый дот. А чё, у меня вому не... На нём надо агро. Кто-то сорвал? На нём надо набирать агро. Его надо бить. Если его не бить, мы босса не убьем. Вот тебе простая истина. Ну, у нас не столько ДПС в рейде, чтобы его вообще не бить. Набирай, вот сейчас на нем игру, пока два босса не проходит цикл. Два босса мы убьем. Набирай агро на нем. Сильно агро набирай. Все кнопки спамим в него. Так, громбики помогаем. Если видите, кинетика вниз спустилась, любые РДДшники там, не постремайтесь помочь. Так, Валанер, у кого там сакра есть? Ну давай, Киризайт на первый будешь давать, на второй литр пили. Ну или если вы давали, почему сейчас не зыбка была? Могучий вихрь сейчас будет. Вот 2 секунды не зыбка закончилась. Давай, Сокру, кто там первый? Разбойники. Уважаемые все три разбойника. Вытащите на панель, пожалуйста, себе ложный выпад. И когда кастуется могущественный вихрь, давайте его.
Не отбегайте от боссов метров на 10. Один рога с танка может остаться, чтобы дамажить, если много прям дает. Но тут таких нету. Ложный выпад снижает урон. Урон по области на 50%. Отведи сферу. Тыкни в кипящую кровь, чтобы они с тобой пошли. Блять. Да, вот так заебись. И Келисета надо бить, когда он открылся. Сколько там на нем агро? Блять, не могу убить. Вот. Можно 100... бить. 128. Да, нормально. Келисета, бейте РДДшники. Вот, захилимся. Рога, не двигайся. Блеф, сука, не двигайся. Стой на месте. Чуть не сдох. Если ХП у вас мало. Так, Талдаром убьем. Ну, смотрите на ХП босса. У босса берса 10 минут. Сейчас 5 минут 50 секунд берса осталось. Процентаж босса неудовлетворительный. Должно на 10% меньше бить. Это все из-за того, что мы Келесита не били. А его надо бить и миликом, и РТД. Вот сейчас посмотрим трай, в принципе, пока никто не умирает. Посмотрим, сделаем выводы, как надо играть на этом боссе. Пружинки вот эти, которые появляются, там, по-моему, шипешник вылетел или кто? Он, кто вылетел? Он завис. Ты лучше вот это ШВ давай именно в момент вихря, а не после. Ну я просто глянул, там все проседают жестко. Непрофитно. Келесит. Все в Келесита заехали. Отводи сферы. Отводи метров на 15. Все, стой. Новый появится, там грипнешь, ЛПшкой вниз закинешь. Вот грипп эту. Так, кинетику в крестике подбили. И в Келесита больше дамага. Все, идите уже на этого другого босса. Талдаром идем. Милики, заранее смотрите, когда цель меняется. Больше по боссу играем, начинаем дамаг прикладывать. Вихрь там, смотрите на ступеньки, отходите, пружинка, она не сразу активируется. Талдаром объем. Ой, Валандра. На череп поставился. Бьем. Хирургия, ложный выпад где? На панели нет? Димикс средства хирургии. 5 секунд Келесит. Каску лапом просто баф. Лапу дал. И кулак еще, блин. Келесит объем. Отводи сферу.
Еще это ППД повторяется. Так, сферки не умерли на те? Умерли сферки? Всех убили. Блять, кто это сделал? Короче, понятно, молодцы веслички. Кто это подошел и ебанул туда вешка? И сферы все забрал. Ладно, ясно. В тот раз тоже все сферы забрали, я их среди собирал, когда первый раз подошли. Кто там? Вот Скука и Бурибай, да? Ну. Так, это, ну, неохота хуесосить, неохота обзываться. Ну, типа, вот этим людям не надо просто. Да, наверное, в натуре. Серьезно? Да, серьезно. Не верил, нет? Да, дамага нет. В натуре. Неужели? Что-то не верится, с трудом верится. Ладно. Вам просто не надо этот рейд. Может быть, надо задуматься вам о том, чтобы сменить игру. Раз вы так, ну, не знаете от чего. АУЕ идет по сферам. Их нельзя с танка забирать, я уже с ПВ объяснял. Без них танк умирает. По 100 тысяч тычек. Ладно, все, на этом закончим. Четверг. Четверг. Напоминаю. Пойдем заглянем за ЭСОКО. Если будет явка каких-то, не знаю, людей, которые по 10к дают, если там какие-то люди, ну... Ну, хотите ходить, я вам так скажу, хотите ходить там, где шоколад намазан, там, с рагами, со всякими, вот, в топовую гильдию, пожалуйста, идите, никто вас не держит. Все, кто хотят играть, развиваться, как-то что-то делать с теми людьми, которые есть, типа, ну, я не заставляю никого. Не хотите бичей одевать, пожалуйста, одевайте, не буду заставлять. Я понабираю бичей к этим бичам и буду делать все, что есть. Пойдем в обычку, значит. Я посмотрю, кто придет. Если на Геру я состава не увижу, вижу всяких вот этих вот, кто по 8к дает. Соответственно, сделаем выводы. А нам куда? Кому? Кто в Геру хочет? Кому? Я вот Дота хочу в Геру ходить. Ты с какой гильдии? Триады. Ну вот кто хочет в Геру ходить, он будет ждать, пока либо возьмутся люди, которые могут в Геру ходить, либо пока оденутся те, кто не могут ходить.